я сформулирую вам теорему, но доказывать ее не буду. Упражнение на алгоритм Форда-Фултесона. Подсказка. Доказывается абсолютно так, как я сейчас и сказал, но теорема красивая. Представьте себе, что у вас есть прямоугольная таблица, в которой несколько звездочек. Некоторые клетки помечены звездочками. Итак, прямоугольная таблица. Некоторые клетки помечены, а некоторые нет. Рассмотрим наименьшее количество строчек и столбцов, которыми эту систему звездочек можно всю вычеркнуть. Вот, например, если система такая, как у меня нарисована, то можно взять, вычеркнуть этот столбец, эту и, например, вот эту. Скажем, трех достаточно, а двух недостаточно. Понятно, да? При этом вычеркиваете вы строчку или столбец, неважно, как хотите, как вам удобнее. Итак, ищем наименьшее количество горизонталей или вертикалей, чтобы при их вычеркивании не осталось бы ни одной звездочки. Это некоторое число. А теперь смотрите. Можно взять некоторые звездочки, выделить таким образом, чтобы никакие две выделенные звездочки не оказались бы в одной строчке и в одном столбце. Вот, например, на рисунке я эти три штуки выделил. Они не в одной строчке, и они не в одной строчке. Никакие два ни в одной строке, и никакие два кружочка ни в одной строке, ни в одном столбце. Замечательно. Так вот утверждение. Максимальное количество таких вот кружочков, которые, повторяю, все расположены так, что они в разных строчках, в разных столбцах, равно минимальному количеству строк и столбцов, которыми можно все вычеркнуть.